Девушка! 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 А вы мне? Да я вам. Очень приятно. Девушка, до скольки сегодня работает библиотека? Сегодня выходной, как бы сокращенный день. Библиотека работает до 23:00. Я могу освободиться пораньше. Без 5:11. Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук. Тише. Я тихонько. Тише, это библиотека. Да, я понял. Это библиотека. Да, да. Библиотека, тише. Меня слышно, нет? Да. Меня не слышно. Не слышно, слышно. Не, не слышно. Еще да. Тише. Можно мне к вам почитать? Что вы орете? Одевайте бахилы и проходите. Ага, только тихо. Да, 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 конечно. Это библиотека. Да, 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 да. Я понимаю. Баюки, конечно, баюки. Я иду к вам. Хотите? Тише! Стойте там! Я стою сегодня. Что вы хотели? Мне нужен Толстой, «Война и мир». Стойте, никуда не ходите! Я сама вам принесу все. Да, библиотека, здесь надо тише быть. Я понимаю. Где у меня Толстой? Вот, вот Толстой. Несу. Тише! Это вы шумите. Это библиотека, здесь нельзя шуметь. Я не пойду дальше. Я сейчас вам брошу книгу, а вы ловите. Да, давайте. Кидаю. Вы что, стреляли? Что? Почему вы не ловили книгу? Потому что это не тот том. А какой вам нужен был? Мне нужен первый, а это второй. Что же вы не сказали? А вы меня не спрашивали. А это не справочная. Это библиотека, здесь надо тише, тише. А? Стойте там. Хорошо. Никуда не ходите. Я стою. Поднимайте первый том. Давайте теперь я выше, а вы ниже. Зачем вы меня унижаете? Я 20 лет проработала в библиотеке. Я не в этом смысле. Я имею в виду, чтобы наши книги не столкнулись. Наши книги никогда не столкнутся. Вы не в моем вкусе. Что делать? Кидаем на раз, два, три. Я считаю. Давайте. Раз, два, два с половиной. Сошел. Вы должны были досчитать до трех. Я должна была выйти замуж 20 лет назад. Что делать? Ничего. Стойте там. Я стою. Стойте, никуда. Я очень хочу читать. Дайте мне книгу, я хочу получить знания. Вы будете стоять на месте, пока библиотека не закроется. Осталось 8 часов. Не знаю, давайте что-нибудь придумаем. У вас есть веревка? Что? Веревка. Конечно, есть, я же пришел в библиотеку. Ловите, аккуратненько. Раз. Вот, видели? Сейчас я наброшу удавку на книгу и задушу ее. Сорвалась, извините, 20 лет в библиотеке все-таки. Тихонечко положу книгу на пол. Да, да, да. А вы потянете. Я понимаю. Да, да. Потянете тихонечко, книжку. Как Гоголь со вторым томом. Ложу. Все, тяну. Тише. Тише.
Что вы делаете? Я тяну книгу. Вы царапаете раритетный линолеум. Можно я пойду? Нет. Вы будете стоять. 8,5 часов. Ладно, это мелочи, я подожду. Не смейте. Прокляну. Чихай в себя. Это слава богу. Аша! Падла! Тише! Еще тише, это библиотека! Тише! Тише! Еще тише! Мне очень плохо. Я сейчас упаду в обморок. Здесь нельзя падать, это библиотека! Вы всех разбудите! Держись, сволочь! Я падаю. Сожгу на фолиантах. Падло. Держись. Я падаю. Держись. Держись за веревку. Мне нужен нашатырь. Мужчина, который читает букварь. А? Б! Переходите на Б уже. Киньте аптечку этому малахольному. Попадете в бошку, продлю абонемент. Тише! Очень больно. Тише! Это библиотека. Здесь нельзя орать. У меня сейчас пойдет кровь. Здесь нельзя идти кровь. Книги боятся влаги. Лейкопластырь. Мужчина в черных волосах, который третий день листает Камасутру. Бросьте в него лейкопластырь. Тише! Обратно садись. Тише! Стой так! Стой так, как у тебя на иллюстрации. Что же делать? В зале есть врач? Есть! Тише! Врач орет, как больной! Это библиотека, здесь надо быть тихо! У кого телефон? Убью! Это у меня телефон! Сволочь! Падла! Выключай телефон! Я не могу выключить, у меня заняты руки! Мужчина с букварем! Идите сюда! Тихонько! Держите канат! Возьмите меня за ногу. Осторожно, не порви колготки, у них завтра юбилей. Где телефон? Где? Телефон где? Вы дадите почесать в библиотеке!